Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Bon Appetit Live. И сегодня по вашей многочисленной просьбе приготовлю плов. Плов буду готовить, как люблю готовить его я. И полностью с вами поделюсь рецептом, досконально рассказав, как делать и что делать, чтобы плов получился даже у того, кто не готовил его никогда в жизни. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, а я начинаю. Приготовление плова всегда надо начинать с риса. Рис у меня басмати. Если не найдете басмати, можно взять жасмин. Ну, то есть для плова есть специальные сорта риса. Сам рис должен быть как стеклышко. Один из важных моментов, друзья, после того, как хорошенько промоем рис, убрав полностью белое молочко, вода должна быть прозрачной. Заливаем его теплой водой, градусов 50, и не на минуту больше не оставляем его без воды до самого момента, пока не начнем закладывать его в казан. Пойдемте мыть. И вот такими движениями, друзья, не стесняясь, перетирая его, вот так убираем полностью вот это белое молоко. Ну что, друзья, рис подготовили. Давайте нарежем теперь морковь и лук. Ну что, друзья, печь затопили, лук, морковь подготовили. Режу мясо. Мясо буду резать большими кусками. Для чего? В конце видео я вам расскажу. А также я расскажу, какие должны быть пропорции всего, чтобы все получилось вкусно. Не перематывайте, в процессе видео буду рассказывать. Отделим голяшку. Теперь самое основное. Удаляем лимфоузел. Вот. Вот такая гадость. Резать буду, друзья, вот на такие куски. Это будет очень вкусно. Самое главное, сочно. Буду жарить вот такими кусками, друзья. Одно из основных, что касается плова, это есть пропорции. Масло 250 грамм идет на 1 килограмм риса. Пока масло набирает нужную температуру, я вам вкратце и расскажу, что я буду использовать. Я взял мясо баранины, заднюю ножку 2,5 килограмма, 2 килограмма риса басмати, 2 килограмма моркови, 2 килограмма лука. Они должны идти по одному соотношению. Но есть более важные моменты. Это, опять же, повторяюсь, сколько масла надо добавлять в казан на 1 килограмм риса и сколько воды добавлять на 1 килограмм риса. Это важные
основа составляющие пропорции. Также у меня изюм, чеснок, зира, барбарис, соль, перец и хорошее настроение. В общем, наблюдайте за процессом, полностью все расскажу и научу тех, кто не умеет делать. В ступу насыплю зиры и черного перца. Черный перец у меня горошком. При обжарке мяса огонь должен быть максимальный, напоминаю. Мясо обжарилось, обжаривал я его где-то 10-12 минут. Самое время класть лук, но прежде чем я его положу, посмотрите, какой цвет у моего мяса. Обжариваем лук, пока с него выйдет вся влага и он не подзолотится. Это придаст цвет нашему плову. Далее зира и перец. Изюм. Что, друзья, выкладываю рис. Как я и говорил, за пропорцию на 1 килограмм риса 1,5 литра теплой воды. Чеснок. Немножечко еще присолю, дальше буду пробовать. Друзья, огонь также на максималочке. Теперь ждем, пока выкипит вода. Немножечко куркумы, друзья. И, конечно же, какой плов без барбариса. Рис поверху потихонечку перемешиваю, чтобы он пропаривался равномерно. Друзья, такого рецепта плова на ютубе нету. Почему? Я вам расскажу это в конце. Кто заметил, тот поймет. Но это впервые. Так я уже делал.
И поэтому я знаю, что это очень вкусно, а самое главное, очень быстрое приготовление плова. Ну что, друзья, вода практически вся выкипела. Собираю плов. Убавляю полностью огонь и оставляю минут на 30. Дальше посмотрим, что из этого получится. Ну что, друзья, наш скоростной плов готов. Давайте выкладывать и будем пробовать. Первым достаем мясо. Теперь перемешиваю плов. Чеснок. И выкладываем. Вот такой плов получился, друзья. Смотрите, какая красота. Пойдемте пробовать. Вот такая красота, друзья. Вот такой плов у нас получился. Далее беру мясо. Вот так. После того, как мясо порезал, отправляю его в плов. Так оно сочное и очень вкусное. Руки тоже чистые. Это для диванных экспертов. Все помыл. Красавчик, держи, твоя доля. Ну что, друзья, вот такая красота у нас получилась. Видите, вот такой плов. Будем пробовать. Друзья, по мне, так очень это вкусно. Если вы заметили, этот плов я приготовил без зирвака. Для чего? Это плов называется походный, быстрый, я не знаю, как его еще назвать, скоростной. На все время ушло минут 40. Опять же, просто надо соблюдать две пропорции. Количество масла на количество риса и количество воды на количество риса. Это получается 250 грамм масла на 1 килограмм риса и 1,5 литра воды на 1 килограмм риса. Друзья, по традиции хочу пожелать вам тост. Пускай жизнь ваша расцветает, как вот эти зеленые деревья. Пускай в домах ваших наполняется радость, как солнечные лучи. Крепкого здоровья вам, благополучия и всего самого наилучшего. За вас, мои хорошие. А плов... реально бомба. Мясо, друзья, тоже полностью готово, то есть никаких проблем.
Все доготовилось. Вот смотрите. Вот, мясо полностью готово, друзья. Никаких проблем. А плов реально вкусный. Горячая. Друзья, что хочу сказать. Если вам понравилось это видео по приготовлению нестандартного плова, такого вы не найдете нигде, поставьте лайк, напишите в комментариях. Те специалисты, которые будут писать, что это не плов, ради бога, это ваше право, друзья. Я приготовил его, как делаем мы его. Изначально в ролике я вначале сказал, буду готовить его так, как готовлю его я. Один из моих рецептов. Также у меня есть рецепт ташкентского бухарского плова на канале, тоже смотрите. Ну а мы продолжим наш вечер. Всем большое спасибо, всем пока-пока.